Бородина согласилась на помощь суррогатной матери. Ведущая шоу «Дом-2» откровенно поговорила с поклонниками. Ксения Бородина призналась, что гипотетически могла бы прибегнуть к услугам суррогатной матери. 36-летняя звезда дважды мама. Телеведущая воспитывает 10-летнюю Марусю, которую родила от первого супруга бизнесмена Юрия Будагова, и 3-летнюю Тёну. Младшая дочь Ксении Бородиной появилась во втором бараке звезды с Курбаном Омаровым. Отметим, что у предпринимателя уже есть сын от предыдущих отношений, Омар. Мальчику 11 лет. Ребенок часто проводит время с отцом и его новой семьей. Ксения Бородина не раз говорила, что о третьем ребенке пока не думала. Она призналась, что ее дом и так похож на Бангладеш, где все кричат и требуют внимания. Между тем сегодня, 5 ноября, звезда в сторис своего Instagram сообщила, что при определенных обстоятельствах смогла бы решиться на суррогатное материнство. «Если бы я очень хотела стать мамой, то, наверное, ко всем способам бы прибегла», — сказала Ксения Бородина. Отметим, что ведущие шоу «Дом-2» мужа и детей ставят выше карьеры. Звезда души не чает в своих наследницах и даже говорила, что никогда бы не смогла вести тревел-шоу, так как подобная работа подразумевает постоянное отсутствие дома. Ксения Бородина не может позволить себе длительные командировки. Публикация фотографий из Instagram. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Названы 5 простых симптомов рака. Топория показала зажигающую на вечеринке маленькую дочь. Все, что от него осталось, Галкин приоделся благодаря Киркорову. Трампа втянули в секс-скандал. Блюменкранца из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство. И многое другое.